Добро пожаловать в Прагу, господа. Макаров все прослушивает. Пока не выберемся из города, идем пешком. Юрий, иди вперед и прикрывай нас. Не сейчас, Соуп. Не думай ни о чем. Ну же, друг, не бросай нас. Песчаная буря накрыла полгорода. Надо поторапливаться. Вижу нужное здание. Не угодите под перекрестный огонь. Юрий, управление на тебе. Открывай огонь. Прайс, приготовься. Ты уверен, что этот танк нас защитит? Какое мы встретим сопротивление? Один направляется к крыше. Вероятно, за Макаровым. Продолжать наступление. Мы его почти взяли. Прайс, брось меня. Не дай ему уйти. Что это? Сколько? Уверены? Русские вертолеты на подлете! Юрий, нужна твоя помощь! Сделай ему укол! Робот в контейнере прямо у тебя под ногами! Оверлорд, команда «Гранит» уничтожена! Повторяю, орлы уничтожены! За Тина идем мы! Забери их нашивки и жетоны и вызови спасателей, их надо вывести отсюда! Мы должны выбраться на крышу! Вперед! Говорит «Металл 01», мы на крыше! Зеленый свет «Граниту»! Я никого там не вижу! Хреновый день для «Дельты». Эта штука может обрушиться на нас в любой момент. Черт! Это какой-то бред. Какого черта? Спасибо за подмогу, Валькирия. Оверлорд, Металл 02 на связи. Трое пострадавших, требуется эвакуация. Координаты 7 Ромео 851. Они наверняка заминировали здание, чтобы взорвать его, если наши танки окажутся здесь. База, грузовик пуст. Что с остальными? Валчер 2, нас обстреливают с запада. Дайте еще один залп по ним. Давай, парень! Покажем негодяям, что такое настоящее английское гостеприимство! Где тебя носило? Дай руку. Скорее, у нас мало времени. Нравится местный аромат? Быстрее, идем. Уверен, вам все было по плечу. А ты знаешь, чего нам стоило тебя сюда дотащить? Он ждет моего ответа. Он никому не нравится, потому что он хороший специалист. Василий? Что с моей дочерью? Где моя дочь? Только с Аленой! Мне он не нравится. Где мой отец? Найдите моего отца! Помогите! Очень наш. И же все на ними зигут. Мы ведем президента в убежище. Господин президент, с вами все в порядке? Харков и Федоров, надо расчистить путь. После этого, по моему приказу, мы переместим президента. Харков, ты жив? Давай, нам надо найти президента. Я знаю, что ты сделал, Юра. Знаю, что ты им рассказал. Мой друг, мой союзник. Предатель. То, что здесь произойдет, изменит мир навсегда. Нас ничто не остановит.